самые талантливые наши выпускники. Я не могу успокоиться после концерта. Вы знаете, вот наш труд очень тяжелый, потому что работа с детьми – это настолько эмоциональная, с такой отдачей подключить ребенка, раскрыть его таланты, столько отдаешь своего и здоровья, и эмоций, и любви. И когда вот видишь результат, я думаю, что какие мы счастливые все-таки, потому что мы учим самое прекрасное. Мы учим искусству, мы учим творчеству. А что может быть лучше, когда человек творческий, кем бы он ни был, если он будет относиться с любовью и с творчеством в своей работе, он будет тоже счастливым человеком и будет приносить радость всем окружающим. Потому что это такая светлая и теплая энергетика идет от такого счастливого человека, кто приносит счастье, конечно, всем окружающим. Я под впечатлением. Спасибо огромное. Быть такой, какая вы есть. Спасибо.